Да, минувшая суббота была очень и очень жаркой. Нам обещали 30-градусную жару. И с помощью вот тренера по фигурному катанию Елены Абульной, которая пришла сегодня к нам в гости, мы решили бороться с жарой. Потому что на катке, как обычно, вы знаете, всегда довольно свежо. Что же все-таки важно в фигурном катании и что оценивают судьи, когда они смотрят выступления спортсмена на профессиональных соревнованиях? Ну, помимо того, что судьи оценивают, как исполнены элементы прыжковые, вращения, очень важно также это мастерство владения коньком. Насколько чисто он сменяет, скажем, ребро с внутреннего на наружнее или наоборот, или с внутреннего на внутреннее, выполняя поворот. Настолько более высоко его мастерство владения коньком. Я думаю, что нам всем нужно повышать свое мастерство владения коньком и таким образом бороться не только с жарой, но и со всеми другими недугами, потому что спорт возвращает здоровье. Это точно. Приходите и закаляйтесь.